Актриса заявила, что всегда идет до конца, и это помогает изменить жизнь. 72-летняя российская актриса Татьяна Васильева призналась в эксклюзивном интервью порталу Телепрограмма Про, что она не делает себе поблажек. Она рассказала, что это позволяет ей менять жизнь. «Я привыкла делать усилия над собой, нечеловеческие, и всегда завершаю эти усилия. Я не сокращаю, не делаю себе скидок и поблажек. Я не спрашиваю себя, могу или нет. Говорю, я должна. И я иду. И потом рада, что я пошла, потому что жизнь меняется», — рассказала Васильева. Она добавила, что актерская профессия требует особых качеств от человека. В том числе, она отметила, что актриса должна уметь растоптать себя и сделать из себя человека. По ее словам, актер должен учиться всю жизнь. Звезда рассказала, что ей помогает в жизни спорт, которым она занимается каждый день, чтобы оставаться в форме. И без спорта актриса уже не представляет свою жизнь.